Сегодня мы сыграем смертельную русскую рулетку в CS2. По всей карте будет раскидано больше 100 ганов, и только в некоторых будет всего лишь один патрон, которым нужно попасть в оппонента, чтобы выиграть и забрать юсп за 5000 рублей. Ну и как усложнение, у нас будет выключен интерфейс, поэтому мы не сможем видеть, есть ли патрон или нет. Так что подписывайтесь на канал и приятного просмотра. Все правила, которые сегодня будут, вы уже слышали, поэтому на 1, 2, 3 мы с тобой начинаем. Давай, 1, погнали. Короче, чтобы вы понимали, ну реально спрятано около 100 ганов, наверное, которые нам нужно найти и еще попробовать убить кого-то. Ну как, понял. С***а! Ох, какая попочка здесь. На. Я нигде. Ты сейчас вот. Тебе максимально кажется. Да фак. Повезло, повезло тебе. Да. Понял. Как будто бы заряженных ганов здесь даже нет. Да есть, есть, по-любому хотя бы один имеется. Блять, этот, нет, кстати, я очень тупо сейчас сделал, я подобрал ган и просто воздух хотел пострелять. Так, где ты там? Мне вот интересно, а какой процент, короче, ганов это? Того? Ну, получается 10% где-то. 10% ганов с одной пули всего лишь что в этом обойме. Ты там уже воздух тестишь или что? Да нет, почему я тебе в спину хотел выстрелить? Кого? Да, блин. Я ничего здесь говорить даже не буду, потому что, ну, это полный кринж. Я что-то в моменте думал, то, что, ну, сейчас опять вот это вот начнется дзынь-дзынь, а ни хрена. А? Так, и где ты? Понял. О, я знаю. Спускайся! Вот ну-ка, ща. Я ганчик нашел, ты, по идее, где-то вот здесь вот был. Нет. Вот нет. Это вот валяется, что за сладость такая. Я тебя слышу. Да я понимаю, потому что ты на Б где-то. Именно так. И где ты? Нахуй ты в песках ходишь, дура? Есть? Там ничего нет. Ну а пока мы бегаем и ищем скинщики, вы можете спокойно зайти на кейсхант и залутать их совершенно бесплатно, введя мой промокод Ураган. Ведь он дает вам бесплатный бонус ролл, в котором вы можете выбить кейс, скин, рублиного аванса и проценты к пополнению. Если из бонус ролла выпало меньше 30%, то используйте тот же промокод Ураган. Он накинет вам эти 30%, и вы сможете открыть намного больше кейсов, чем хотели изначально. Ну а я хочу открыть один охотничий кейс из новой осенней коллекции. Выбить отсюда вот такой вот аук. И думаю, что можно его закинуть на X5. На вот такой вот скарчик кровавая паутина. Нам дали 2 патрона и ни один из них не попал. Но не будем переживать, ведь тут есть система кэшбэка, которая вернет вам до 75% от изначальной стоимости скина. В дальнейшем этот же скин также можно использовать в апгрейде. Либо закинуть с двумя и большими скинами в контракт, который сделает вам из нескольких пушек одну, и ценник ее будет зависеть только от вашей удачи. Так что досматривайте ролик и залетайте на кейсхант. Ссылочка и промокод ждут вас в описании. Так, это я уже использовал, я тоже, это тоже гад пустой. Так, берем вот этот вот, хорошо. Так, по идее, ты побежал куда-то вон в ту сторону, поэтому... Да иди нахуй. Иди сюда. Не хочу. Сюда иди. Да не хочу я к тебе бежать, отстань. Подожди, ты по идее вот в эту сторону куда-то побежал. Да, в целом все правильно. Так, я понял, меня обманывают причем по жести. Да блин. Где хоть что-то еще? О, да. Понял. Да. Чё за хрень? Все, тут вообще ничего нету нигде патронов. Ты это слышал? О! У меня 2 патрона было. 2 патрона было в этом. Типа нет, там есть маленькая погрешность в некоторых калашах, либо диглах. О, найс. Фак. Не, кстати, это очень опасно. Вот так вот брать и воздух стрелять. Ну, потому что я не хочу постоянно находить ган и бежать тебя искать. Че, слышала меня, дура? Опять двухпатрончатый был, найс. Здесь вот здесь. Ой, куда? Ой, это вы. Я понял. Я сейчас открыл, нормально? Не-не-не, так мы не делаем. Понятно, что не делаем. Так, а там и калашей нету. Я понял, вот этот, понял. Подожди, а чё, на А вообще ничего, что ли? На А нет. Я на, короче, иди сражаться с мой лох. Не-не-не-не-не, я вот так вот. Я понял, что надо делать, чтобы точно выиграть. Собирать абсолютно все пушки в одном месте и ждать, пока ты побежишь, и испытать их всех на тебе. А ты уверен, что у меня не будет пушки? Ну, у тебя будет, а у меня вот прям пачка тут валяется. Я понимаю, но это тебе не особо сильно поможет, скорее всего. Просто видишь, в чем дело?
сука. Это полное дерьмо. Просто полное говно! Иди сюда, я тебя сейчас резать буду. Давай, 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 стреляй. Это я уже все проверял там, если что. А, и кстати, если что, совсем забыл сказать то, что у нас где-то валяется авик. Если что, с одним патроном. Поэтому это будет мега опасно. Фак! У меня вообще патронов нет. Убегаем. А сколько у меня хп вообще, я не понимаю. Ну, я один раз в тело тебе попал, считай. Я вот не знаю, сколько хп. Да где-то... Не, ну, по идее... О! Двухпатрончатый! Два раза попал. По-любому два раза попал. Где еще может быть? Я не как знаю. Будто уже всю мапу оббежал. Этот пустой калаша у меня... Не, вообще логически. Я могу просто все ганы сейчас разрядить. У тебя не останется ни одного. Так тем самым... Останется. Ну да, факт. Но у тебя хп-то меньше. Ну, в целом, да. А ну, подожди. Я хочу так сделать теперь. Как? Разрядить все ганы, которые буду находить, и вот таким образом выиграть. Ну, потому что хп-то у тебя меньше, правильно, правильно. У нас нет временных рамок, но мне кажется, каждый из нас просто хочет фастиком убить друг друга и пойти в Майами чилить. А секрет, секрет. Ну и зря ты секретничаешь, что. Здорово. Да, тут нету. Тут тебя тоже нету. Тут тоже нету. Так где ты есть, я тебя ищу на точке, тебя нет. Ты что, дурак? Не-не-не, я очень жестко спрятан. Опа, подожди. Берем еще вот это. Я тебя услышал. И ты меня тоже, наверное. Не-не-не, я тебя не услышу точно. Павлуша. Ой! Заряженный был. Стрелка была. Упрощу тебе задачу. Да what the fuck? И мне задачу. Как, что ты заспавнишь что-то? Нет, нет, нет. Мне надо реально еще не забывать мансить. Зачем нормально? Зачем нормально? Я даже не знаю, сколько у тебя хп, сколько у меня хп, понял? Вот в этом есть прикол. Еще вообще не в курсе. Понял, понял. Сюда в целом можно выкинуть. О! Ну и зачем это я сделал? Ты стрельнул, да? Да, я стрельнул. Просто так. Но оказалось, что это хорошая пушка. Так, здесь это на помой. Ну, мне кажется, вот это все ты проверял. Да, ты все это проверял, ладно. Скорее всего, скорее всего. Было уже. А ты на миду, получается? Было. Да, 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 на миду я. Ой, на очень жестком миду. Хубью на так, миду. Вот здесь вот МБ что-то. О! Блядь, мне кажется, вот здесь где-нибудь есть. Я, ты знаешь, вот. О! Вон, 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 блядь, вон оно. Где? Что ты там нашел? Калаш! Что пожалуйста! Тут реально уже ганов, ну, очень мало стало. Я понимаю, что очень мало ганов, но это нам особо не помогает. Информация, что их мало стало. Здорово. Блядь. Я понял, это больше похоже на детскую перестрелку палками. Типа, пиу-пиу, я тебя убил, да там было. Так, вот здесь ничего нет. Я понял, где ты. Я тебя... Ты что, машинку спрятался, что, дурак? Я не. Вон. Смотри, ждет вот здесь. Бам! Ладно. Что ты, дура? Овца глупая, срана. Что-то хотел? Не-не-не. У Антона. Дебил нахуй! Ты зачем пугаешь? А как еще с тобой обходиться, братишка? Да фак! Дайте ган заряженный, я вас молю, по идее, папаше попасть один раз и в принципе все. А по тебе хотя бы двушечку нужно. Ну ты по мне одну, да, саданул или нет? Ну, вроде бы один или два, я вот не знаю. О, АВП. Ася. Смотри, вот это, не, выйди на мид, не бойся, не бойся, не бойся, клянусь. Стрелять не буду, жопу ставлю. Если я в тебя стрельну из авика, то я отдаю тебе весь свой инвентарь. Понял, понял. Но я бегу на мид, только с другой стороны. Где? Я на миду прям. Все, прямо-прямо? Да-да-да, вот прям на миду. Вот я тоже, вот смотрю. Вот, вот смотри, вот я. Это единственный твой билет выиграть. Так, и ты его выкинул, да? Да. А я только, клянусь, я не понимаю, откуда я его достал, но в принципе ладно. Ладно туда. Да, сыч. Подожди, логически, где еще может быть? Я вот здесь ничего не чекал адекватно. О. Чекни, подойди, посмотри. Сколько выстрелов ты сделал? Три патрона, блядь. Это просто постанова какая-то пошла, клянусь. Я уже просто клянусь, я это на прив... Сколько там патронов? Три патрона опять! Пошел троллинг, понял? О, а получится? Да нет, не получится. Во! Бля, еще что-нибудь есть здесь. Иди куда, куда? На мид иди. Вот как террористы, короче, выходят на миды. А я уже не там, я на ну, Б. Ну ладно тогда. Блять, вот вон мой глок валяется, вон он. Вот его бы взять просто, он я был обойма с того. Юспом, как бы. Не-не-не, не надо, не надо, не надо. Я шучу, это все шутки. Я тебя сейчас убью, кстати, у меня калашек новый, знал? Нет! Да, куда ты побежал-то, стой, подожди. Давай поговорим, Артемка, что ты как... Я не хочу разговаривать. Артем. Тебе очень повезло. Блять, а прикинь, реально там был ПВП патрон и все, одну в голову и спать. Ну да. Не, оно бы так и было, но я нет. Я как будто нашел абсолютно все, что только возможно. Не все, что возможно. Еще что-то отыскал? Да. Подожди, еще, я вот еще что-то. Нет, он тоже пустой. Да я вот хз, он типа пустой или нет? Сейчас вот узнаем, судя по всему. А куда ты бежишь? Я на банане. Реально? Да. Не может быть. Отвечам бы. Иди на мид. Я на миду. Я по тебе стрелять только буду, если что. Я тоже буду стрелять. И где ты? Я в апартаментах. Сука! Че ты там shift нажал? Да,
Иди нахуй. Я клянусь, мне вот этот звоночек, вот этот вот дзынь-дзынь будет во сне сниться. Блять, вон там мы все проверили. Надо просто бегать вот так, я полностью пустой. Надо по всем... Мне кажется, что есть эти еще, знаешь, локации. Да, вот, типа, вот, ну хотя нет, уже был на этой локации. Привет. А у меня все равно патронов нет, я понял. Ладно. Блин, было бы прикольно, если бы пушки бы еще рандомно, знаешь, типа, появлялись со временем. Вот да, но это, мне кажется, надо отдельно мапу заказывать, чтобы такая тема была. Да. Вот, а я нищий, поэтому... Понял, так я тоже нищий, я очень лох. А вот как там подоб... Никак, я понял, надо убегать просто. Так что и самое... Погоди. Найс! Мне, кстати, это очень жестко. А чё ты тут пришел, а? Не, ну получается, 13 минут мы бегали туда-сюда, обратно. Честно говоря, очень даже прикольно и фаново все это выглядит. Поэтому, если вам понравится, то проявите актив, и в этой рубрике станет намного больше народа.